Так что будем, как говорится. Мне очень нравится, что вы пишете информацию и где-то ругаетесь и так далее. Дело в том, что борьба любая среди людей — это задача. Вы же понимаете, что ваша задача, она как раз и заключается в том, что я сказал. Ваша душа хочет свободы и хочет любви. Поэтому вы боретесь, вам кажется, что вы боретесь над тем, чтобы там получить бесплатно, или над тем, чтобы там кому-то что-то заткнуть рот и так далее. На самом деле это борьба вашей души. Она хочет любить, но она хочет свободы. Или она стремится к свободе, но хочет любви. Вам для того, чтобы о ком-то заботиться, необходимы деньги, а для того, чтобы их заработать, нужна информация. Вы хотите ее бесплатно получить, ничего для этого не делая. Так не бывает. Поэтому вечная борьба — это нормальный процесс. Ничего страшного с этим нет. Я желаю всем искренне любви. Я желаю всем людям, которые живут на земле, любви. Пусть у этих людей будет любовь, будет ради кого жить, для кого жить. И хочу сказать, что любовь начинается, собственно говоря, с самого себя. Хочу напомнить о том, что жизнь — это ценность. А когда жизнь — ценность, то необходимо к ней относиться радостно. Если Бог вас любит, а Он вас любит, то вы по образу и подобию созданы, чтобы быть Богом. Тогда ваша жизнь является драгоценностью. А когда мы видим драгоценность, нам это нравится. Тогда нужно говорить себе, что жизнь мне нравится. Я даже давал когда-то эзотерическую практику. Я говорил, чем чаще ты на протяжении дней удивляешься и радуешься и восхищаешься, тем больше счастья в твоей жизни появляется. Вот так. А еще, почему люди злые, почему это происходит? Бадун! Вообще хочу вам сказать, товарищи, не пейте алкоголь. Потому что это очень заставляет страдать вашу душу. Ради одного или двух дней счастья, мимолетного и не всегда понимаемого, вы так потом страдаете подолгу. Ваше тело, вы умираете, страдаете. Зачем оно вам нужно? С бадуна вы злые. Там женам изменяете, мужьям. Непонятно, что вы хотите, извращения всякие появляются. Оно вам нужно. Живите, видите, без алкоголя можно жить и быть счастливым человеком. Зачем оно вам нужно? Хотите помолодеть, не пейте алкоголь. И еще, мы, хочу вам сказать, не являемся сектой. Для того, чтобы заслужить такое почетное звание секта, необходимо, чтобы люди приходили на собрание и платили деньги. У нас нет ни обязательных взносов, ни необязательных взносов, их никаких нет. Также я здесь вам это все читаю, ничего с вас не собираю. То, чем я занимаюсь, называется создание инфопродукта и торговля инфопродуктами. Чтобы вы знали, за свои инфопродукты я плачу налоги. И поэтому эти налоги все получает моя страна, в которой я проживаю. Фактически, покупая у меня, вы оплачиваете налоги этой стране. А я, как частный предприниматель, который занимается еще и таким бизнесом, их честно плачу. Поэтому, что я преподаю? Я являюсь экспертом по созданию авторских программ, помогающим человеку с самоопределением, как ни странно, своего счастья. Если человек может определить, где у него счастье, и может определить, как ему привлечь везение в жизнь свою, то, наверное, это тоже является информацией. Ну и если эта информация не является, не классифицируется ни как что, то есть это астрология — нет, это психология — нет, это философия — нет. А что это? Понятия не имею. Я не знаю. Это авторские курсы. Как называют? Не знаю, называйте их авторскими курсами самоопределения по дуйку. Поэтому хотите это делать тоже, да, давайте, пожалуйста. Я вообще, вы можете делать все, что хотите. Если вас совесть не мучает, делайте все, что хотите. Если у вас есть претензии ко мне, хочу вам сказать, вы имеете на все право. Имеете право на то, чтобы букой быть или еще. Это ваша жизнь. У вас своя, у меня своя. Я счастлив, а вы только портите себе настроение. Поэтому я еще раз желаю вам всем, а я вас все равно обожаю.
Поэтому я еще раз желаю вам всем счастья, здоровья и любви.